Всем привет! Сегодня будем тестировать вот такую вот гранату пиротехническую от фирмы PyroFX. Это акустическая граната, то есть без наполнителя, без гороха, там шариков, краски, без мела, без ничего, просто воздух. Вот такая вот она в руке взрослого человека по размеру, довольно-таки прикольно. Ну, принцип действия схож с настоящей боевой, отгинаем усики, выдергиваем кольцо. Эту. И пока держим скобу, ничего не происходит. Отпускаем скобу, через несколько секунд будет взрыв. Ну, давай, напарник, помогай. Усики отогинай. Сюда едет? Все, все, все. Выдергиваю чеку. Идет? Тяни сильнее. Сломаюсь. Что-то у нас какие-то трудности с выдергиванием. Давай, подожди. Вот так. Ну, давай, дергай. Слабенький. Ты ее вверх тянешь. Ты вот как вот так выдергивай. Тяни. Выдернуть. Почти чуть-чуть. Все, кольцо выдернули. Отпускай. И практически. Бросай! Ага. Один кусок даже куда-то сюда улетел. Это у нас. О! Дно. Ну, с наполнителем было бы, конечно, поприкольнее. Ну, на этом все. Нам граната понравилась, только единственное, что для ребенка чеку выдернуть чересчур трудно было. Вот это вот. А так, прикольно. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.